Этот день для всех выпускников ознаменован началом взрослой жизни. Это последний вечер, когда они еще могут называть себя студентами. Поблагодарить всех тех, кто за эти годы стал для них родными. Преподавателей и, конечно же, сам университет. Казанский университет был моей мечтой, когда я была еще школьницей. И поэтому я была безумно рада сюда поступить, ходить по этим коридорам, слушать этих преподавателей, восхищаться. И, ну, конечно, он дал мне путевку в жизнь, профессию, познакомил с множеством прекрасных людей, с которыми я надеюсь, мы еще будем поддерживать отношения и нашу дружбу. Все 5 лет были очень интересными, очень насыщены яркими событиями. Конечно, были очень много сложностей, но мы все это преодолели, и сейчас, сегодня мы получим эти красные дипломы. Диплом. Для кого-то это просто корочка, но не для этих ребят. Они через многие годы доказали всем, что учеба – это смысл жизни. Быть лучшим – задача номер один. Цвет твоего диплома показывает, что ты 5 лет не просто отсидел пора, а ты смог востребованно и понять ту информацию, которую тебе донесли на самом высшем уровне. И ты, помимо всех той деятельности, которой занимался в университете, а ты еще смог хорошо учиться. Наверное, самый приятный подарок выпускники преподнесли родителям, которые всю жизнь поддерживали все начинания, любили и всегда были рядом. Я, конечно же, очень горжусь своей дочерью. Она очень ответственно к этому шагу отнеслась и достигла тех своих амбициозных целей, которые сама перед собой поставила. В этот день дипломы получили 250 студентов. Среди них и Габдулла Галеев, самый солидный выпускник России. Совсем недавно ему исполнилось 86 лет. Хорошо выглядят, вот как наши выпускники. Вы знаете, я ж секретарь когда Габдуллова. Нашел пример эту тягу. Элекс Бергарат попал в сердце. Фотография на память. Чему решили вот поступить в Казанский университет? Это была мечта моя. Получать, все-таки я писатель, член писателей, Татарстана, Союза писателей Татарстана. Человек, раз уж писатель, так ведь, он должен иметь высшее образование. Вот так. Университетские годы – это не только учеба, но и пора ярких, авантюрных, на всю жизнь запоминающихся моментов. У каждого они навсегда останутся в памяти. Буквально сегодня я чуть не опоздала на церемонию вручения своего диплома. Но все-таки я пробежала, просилась с работы, вот бежала по городу, и все-таки я успела. На самом деле, мне вот запомнились не сама учеба, а запомнилась именно студенческая жизнь, то есть тут весны, дни первокурсника, там, вечеринки. Мне вспоминается сразу, как мы после первого курса, еще совсем молоденькие, юные. Мы ездили в Елабугу, у нас была практика музейно-краеведческая, у нас сломался автобус, мы всю ночь ждали, пока починит этот автобус, но мы, это нас как бы не то чтобы не огорчило, мы смогли сплотиться еще больше нашей группой. В этот вечер напутственные слова звучали из уст наставников, друзей и преподавателей. Ректор университета Ильшат Гафуров выразил глубокие слова благодарности выпускникам за то, что в течение многих лет своим старанием они повышали рейтинг университета, были его лицом. Сегодня здесь, в этом зале, присутствует золотой фонд нашего университета. Здесь не только отличники учебы, но и те люди, которые все годы обучения в стенах Казанского федерального университета имели хорошую, активную жизненную позицию и работали на славу нашего университета. Прежде всего, я хочу вам пожелать, чтобы вы самореализовались, чтобы тот багаж знаний, который вы получили в стенах университета, и те компетенции вы смогли применить по жизни. Дай Бог вам здоровья, успехов и удачи в вашем жизненном пути. Спасибо, с праздником вас! Алина Хангареева, Леонард Влетьяров, Руслан Юсупов, Универньюз.